господа, господа мои, господа мои, какая машина нам предстоит? Какая машина и у кого вы эту машину можете купить, господи боже мой, как я люблю Peugeot. То есть первоначально я очень сильно влюбился в Ford Taurus, да? Ну, самая первоначальная машина была изумительная машина под названием Audi соточка, да? И вот с этого все дело началось, потом Ford Taurus. А после этого я посмотрел и узнал, что такое Peugeot. Peugeot. 400-й серии. Я бы так сказал, что по сути событий это Peugeot для тех, кто очень успешен в бизнесе. Очень успешен в бизнесе. Потому что есть Peugeot 3-й серии, Peugeot 1-й серии, все остальное. А вот это для других вариантов. То есть, если у вас все хорошо и красиво, почему не Peugeot? 4-й серии. Хорошая машина. Вот. Вот такая машина. Что за машина, на которой мы сейчас ездим? Сейчас я вам просто это дело-то расскажу. И если вы мне не поверите, я вам скажу, вы попробуйте. Прокатитесь на этой Peugeot. С пробегом 68 572 километра. Машина 2005 года. Она просто реально стояла. То есть, когда мне вот Костик, который сейчас держит камеру, говорит, что этот, ну, как-то не получается. Говорит, так она не ездила, по сути, событий. Ну, там 8 тысяч, там 5 тысяч пробега, может быть, еще и постояла. Ну, не это ли правило? Теперь вернемся на круги своя, Peugeot. 407 серия. Вот то, что доктор прописал. Кто-то может сказать, что у него мордочка немножко клевенькая. Ну, такая, подклевывает. Я скажу, а нет. Первоначально все эти Peugeot от 405 серии, помните? Потом была 406 серия, а потом была 407 серия. Все это где было? Помните, такой фильм был? Хороший, замечательный фильм под названием «Такси». Так вот, везде и всюду на этих Peugeot они всех там сдергивали. Первоначально они колбасанули 124 кузова. Что там двигатель? Филитровый двигатель. Помните? Первая серия была. Потом они колбасанули эти Mitsubishi Evolution, вторая часть. Я уж не помню, что в третьей части было, но он ездил на этой машине. Здесь замечательный трехлитровый двигатель. При этом этот трехлитровый двигатель вас не напряжет никаким муком. По одной простой причине, здесь нету этих дебилопойных лошадиных сил. Нет. Абсолютно нормальный, классный двигатель на автомате. Что вам еще надо? Когда мы говорим о Peugeot в этом кузове, да и вообще. Ну, конечно, реально хотелось бы купить, да? Но первоначально как можно было бы купить машину стоимостью 60 тысяч долларов? Ну, нет. А сегодня и сейчас машине, которой 12 лет, и стоимость всего 500 тысяч рублей. Почему вы не можете ее себе купить? Да легко. С таким пробегом. Сколько машина может проехать? О! Ну, я вам серьезно говорю, что эти машины, они такие, ну, ходячие. То есть, по сути событий, если вы здесь намотаете 500 тысяч, ничего не будет. Потому что это супер автомобиль. Я вам сейчас немножко дальше истории расскажу про Европу. Естественно, про Европу. То есть, о чем мы сейчас говорили, да? То есть, Первая мировая война. Ну, и вы не забывайте, что царь Российской империи, он ездил тоже на французском автомобиле. Рено, правда, было. Ну, какая разница? Все это в одной куче делается. Вторая мировая война. То есть, разбомбили нафиг Германию, да? И хорошие машины, качественные машины германские, начали появляться гораздо позже. Мы будем говорить о начале эксплуатации германского автомобилестроения с 68 года, примерно тогда. До этого, а что с Францией случилось? Ну, часть Франции была под Германией. И по сути событий ее не разбомбили. И по сути событий уже хорошая, нормальная техника, это была французская техника. Я не буду говорить ничего против Англии, но по сути событий. Сейчас Англия уже ничего не производит, поверьте мне. А это производит. То есть мы сейчас будем говорить о двух нормальных вещах, которые производят. То есть это Италия и, естественно, Франция. То есть Франция делает это все качественно, поверьте мне. Машина изумительная в действительности. Машину эту вы, естественно, можете попробовать и купить себе. К слову, господа мои, мы начинаем и продаем эту машину в преддверии Нового года. Ну, скоро же Новый год. То есть, ребятки, не купив такую машину, я не знаю, как вы можете. То есть, я вам объясняю сумму. То есть, это даже не 10 тысяч долларов, это 9 тысяч с небольшим. Ну,
смысла пересчитать. Если вы честно хотите такое дело посмотреть, просто чтобы вам было понятно, зайдите на Mobile Dev. Немецкий сайт и посмотрите, сколько в таком кузове машины стоит там. Туда приплюсуйте транспортный налог, туда приплюсуйте растаможку. Эта машина не может стоить вообще дешевле, потому что ее вовремя привезли. И сейчас вы имеете право на такой машине прокатиться. И не то, что прокатиться, но поверьте мне, сзади места очень много. Салон изумительный, круче только Peugeot 6 серии. Но это крайне редкий результат для России. А это то, что доктор прописал. Вот такой автомобиль. Телефончик вам в оконцовочке.